Всем здравствуйте! Сегодня проводился забег. У нас, ну, можно сказать, у нас в Беларуси, в городе Минске, в частности, в парке Победы. Было представлено 4 дистанции, 21, 10, 5 и семейный, можно сказать, забег на километр. Я бежал полумарафон, он же 21, 4 круга по парку. Было очень интересно, с погодой, кстати, хорошо, повезло, что последние 2 дня в Минске было очень прохладно, говорят, по крайней мере, я из Бобруйска, в Бобруйске чуть потеплее было. Вот, по трассе все хорошо, как бы, ну, только что плитка, как бы, многие не любят плитку. А так асфальт, горки, подъемы, опять же. Ну, было интересно, было что посмотреть, опять же, вокруг водоема. Трасса, людей хорошо, что проводили с утра. Почти никому не мешали местами, любителям собак, то есть, опять же, кто кому больше мешал, не знаю, но явно мы им. Вот, а так, как бы, все здорово, атмосфера хорошая, то, что провели, ну, и внезапно этот старт появился буквально, наверное, 2 недели назад. Поэтому очень много людей, ну, как много, в принципе, довольно много людей пришло, то есть, это тоже, опять же, интересно. То есть, когда такие довольно массовые забеги люди приходят. Не через палку, а сами, то есть ради интереса. Так что очень рад был поучаствовать. Вообще рекомендую и в этом, и во всех. Хотя бы будет с чем сравнивать. То, что когда приходишь на 1-2 забега, как бы не с чем сравнивать. А так вот побольше забегов, опять же. И это когда ездите на забеги, организаторам в первую очередь приятно. Они знают, что проводят не просто так, то, что люди приходят. Когда малая численность, то есть они уже задумываются, опять же, им неудобно перед теми людьми, у которых они спрашивают разрешение на проведение забега. А когда довольно массово, будет заинтересованность. Всем приятно это будет. Ну и, конечно же, это не пройдет. Опять же, я надеюсь, положительные отзывы участников. То есть, опять же, организаторам и городу это будет приятно, когда такое мероприятие не прошло даром и на хорошем уровне.